Доброе утро, мои любимые. Доброе, прекрасное дивноморское утро. Вот так вот у меня солнышко будет утром, видите? Времени 7 часов. Пора на работу. Юлька там что-то шуршит, собирается. А мне надо вставать, идти мыться и на работу. Сегодня у нас воскресенье. Хотелось бы отдохнуть уже. Отпахали 6 дней. Сегодня 7-й. Без выходных и проходных. И вчера был праздник. Ну, ладно. Благодарим. Смотрите, как солнышко меня будет. Это просто красота. Видите? Какая сказка. А я проснулась не знаю во сколько часа. В 2 ночи или во сколько. И написала стих. Сейчас читала. Ну давай, Люся. Сейчас встану, прочитаю вам стих свой. Если вы видите, интернет, конечно, ловит. Солнышко вообще сегодня. Ну-ка. Ну и немножечко облачно. Все равно красота. Сейчас стих вам прочитаю. Ну-ка, есть у нее интернет? Нет? Сейчас гляну. Доброе утро, последний герой. Доброе утро. Тебе и таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Здравствуй, последний герой. Так, так. Да, на балконе интернет есть. Птички кричат. Красота. У меня реально солнышко будет утром. Прямо в подушку. Так, вот он мой стих нашла. Вот он. Я вечен и един во всем. Я свет, вода. Пишу себе. Я бесконечной жизни дом. Читаешь ты себя во мне. Я каплей по карнизу звон. Я шепот звезд и клей всего. Я бесконечно вечный сон, и все во всем, и суть всего. Я песнь веков и вне времен, я дух земли, я и всех планет. Я всеми вами обновлен, я всех тотальность, где я нет. Вот такую поставила, видите, картиночку. И поставила песенку «Луна в облаках». Не песенку, а там рассказ. Ник Оша рассказывает о вечности, бесконечности. Ладно, мои любимые, побежала я мыться, потому что мне надо бежать пахать. Как красиво. У-ху! Доброе утро всем. Доброе, волшебное, божественное утро. Люблю вас. Спасибо, что вы есть.